Намасте, друзья! Здравствуйте! Это канал India Magic TV. Меня зовут Олег, и сегодня продолжение фильма про поездку на Paradise Beach. Красивый пляж в 15 километрах от Арамболя. Однако это уже другой штат, Махараштра. Блин, я уже хочу сюда приехать пожить. Вообще офигенно. Здесь по-русски написано. Кто-то из зрителей вчера написал под первым роликом: жаль, что Paradise превращается в Арамболь постепенно. Да, наверное, с этим согласен. Одна девушка также написала, что 2 года назад здесь вообще ничего не было, никаких вот этих пляжных ресторанчиков, вообще ничего, был просто пустой пляж. Тем не менее, мы с удовольствием воспользовались этим пляжным ресторанчиком и позавтракали, а потом еще и пообедали. Да, Арамболя довезет. Через неделю. Точно через неделю, да. Да, но надо на это спасательный билет одевать. Вдруг он это сбрыкнется, не видел я. Ни слонов, ни этих. Она все хотела в Индии, ой, в Таиланде или где-то мы были, на слона сесть. Я ей запретила. В Дели катают на слонах, прямо ходит по улице. Как корова. Мы тогда со скидкой по 250 сделаем. Да что-то у меня нет особого желания на него лезть. Я не знаю, на чем я приду. Да лошади у нас, знаешь, табуны ходят. Я вот люблю пешком. Если хочешь экзотики, сядь на верблюда. На верблюда, а я поснимаю, давай там. Да, 200 будет. А, 300. 1500. А сколько кататься? Торгуйся, за 1000 давай. Какой? Сколько? 1000? Данка с ним потом до потери. Пусть он попробует индийца найти, чтобы он у него за 1000 проехал. Тысячу. За 1500. Блин. Он один раз провезет, потом неделю будет жить на эту 1000.
все, что и ли? Все. А туда, до конца еще. Не плюется? А это мальчик или девочка? Не знаю. It's boy or girl? Female or male? Не знаю. Что-то как-то это, мотоцикл дешевле обойдется. Да, ну. Лучше в аренду мотоцикл взяла, покаталась. У него сдачи не будет, скажи. Нет. Смотри, какие они прикольные. Да? Они, это у них как этот, не как урок, я так понимаю, это просто у них как пикник. Как пикник, они приехали сюда. Видишь, едят, сидят. Классно. Hello. Hey, Mulana. Hello, Mulana. This school, да? Yes. School. It's subject, one subject, subject, not? Not lesson, it's like a picnic, huh? Yes. Good. You're from Maharashtra or from Goa? Maharashtra. Maharashtra. Your language is Hindi? Marathi. Marathi. Marathi and Hindi. Marathi. Hindi, yeah. Marathi, Hindi, different, no? Different. Different. On egg, do, tin, char, punch, like this. Tora, tora. Hi. Half case, say hey. Пойдем. Bye-bye. А, да, сфотаться. Они хотят, они типа сфотаться хотят с нами. Bye-bye, children. इकडे माझ्याकडे बघ, हात बघू जरा. Oh, strong man. Strong man. Aquí. Don't you play it? How to say? Firmilenge. Firmilenge. Come. How to say? No milenge. Okay. How to say? I don't know. See you. How to say? When. How to say? Firmilenge when. Ah, firmilenge when. Okay. Okay. Bye. Фирме Венге, это типа увидимся. Она когда? Махарашта. Ты в Италии была, да? Да, мне нравится Италия. Махарашта. Вот это Карнатака, видишь? Ну, приехали. Отовсюду, это все рядом. Да. Они кого-то ждут. Да, здесь своих, я так понимаю. Вот можно на автобусе приехать. В Махарашту, в Бомбей. Они могли из Бомбея приехать сюда. Далеко, наверное, вообще. Приехали вот. Мы же тоже так в школе вот ходили в лес просто. Нас вывозили, да, там. Но они тоже как-то играют. Вон она с бейджиком, видишь? Деловая. О, смотри. Какой автобус? Давай зайдем. Привет. Hello. Hello. А, бас. Это school bus, no? No. No. No school bus. Это не школьный автобус. Это простой автобус, они наняли просто. На школьном написано school bus. Прикольно тут базар. Прикольно, народ приехал, да? Они здесь не живут, они приезжают просто. Тень сарамболя, да? Вот так. Да. How much арбуз? Арбуз, давай. Маленький, большой. Which one? Big one, small one. What do you want to like? This is 120. 20? No, 120. 120. No, 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 it's not possible. 120. У нас там 60 рублей. У нас 20 стоит.
20 рублей килограмм. Баба, 1 килограмм. 20 рублей кг. Кг 20 рублей. 5 рублей, this watermelon кг. No, 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 no. У нас там в шеке 60 рублей арбуз. Арбуз. Я до сих пор не могу понять. Меня зрители спрашивают, а в чем разница отель, гестхаус, игры? Ну, как бы... Это статус, как бы вопрос статуса, но бывает. Там они не убирают. Hello! Hello! Here's Риша! Hello! Риша! Не лай. Спокойно. Им вообще они раскайфованы. Просто садимся и едем. Умеешь? Смотри, какие красивые новые рикши. Это она стоит 2000 долларов. Вот такая. Всего лишь? Да, фигнюшка новая. На бензине, да? А есть, на газу ездят, всякие есть. Ну, там уже, наверное, на выбор. Можно купить, приехать, привезти с собой в Казахстан и там. Знаешь, какой такой... Это экзотика, прокатиться на таком. Будут люди. Только как привезти? Через море. Сколько он хочет? 100? Yes. 100? Pancakes? No, water, no sugar. Sweet. 50 вот такой. Там много воды, смотри. А мне тоже big. Big. Большой. Yeah, big. Okay, here. Okay. Because Haru. Juice? Malaya, Himalaya. Himalaya, Himalaya. А у меня же чашка была, надо было туда положить. Ага, сейчас. Подожди, пусть он это вывалит. Гранат джус? Да. Yeah? Нет, джус вообще сколько стоит сок, гранат? Сок, гранат сок. Нет, не гранат сок, сам. Где же? Как объяснить? Я. Сейчас, Нудель, масала чай, кофе, омлет, панкейк, блин, чоколад, банана. Очень вкусно. Очень вкусно. Самоса. What is this? It's coconut. Экехи. О, this is big, а? Yeah. Funny. Офигеть, сумка сделана из кокоса. Это нечто. Здесь молния. Очень классно. А, у нас машинка бирюзового какого-то цвета. Да. Что, едем? Конечно. Конечно. Of course. Let's go. Деревня называется так, Реди. Форт это форт, а деревня Реди, поэтому он называется Реди Форт. Что деревня Реди? Я в интернете прочитал. Так и называется Реди. Ну или еще как-то там есть второе название такое индийское. Вот интересно, это почитал историю, как ее завоевывали этот форт португальцы, потом кто-то отвоевывал его там назад. Что-то такое. Ну, короче, что, приехали? Приехали. Water, water.
Ну, может, это пока не форт, еще мы не дошли до него. Реставрированный. Скорее всего. Я был еще в форте в этом самом, в Кандалиме, там красивый форт. Ну, он там такой цивильный, хотя он построен 500 лет назад почти. О, смотри, дерево как человек. Да, как будто человек стоит. Такой деревянный человек. Помнишь, был какой-то фильм? Там был человек как дерево. Ничего. Смотри как. Да. Постапокалипсис. Или постапокалипсис. И вот, представляете, здесь были боевые действия. Тут этот форт завоевывали. Кто-то вот стрелял из этих ворот. Подходил, а тут мужик с винтовкой стоит. А вот эти окошки, видите? Да. Как их? Амбразуры? Бойницы. Амбразуры. Прикольно, кстати. А? Прикольно, интересно. Угу. Такие прям. О, а это ров. Смотрите, это ров. Ой, осторожно вам. Осторожно здесь. Это ров. Вот эти развалины и есть, видимо, этот сам. Я так поняла. Как они въедаются, да, в камень вот эти. Это вообще что-то страшное. Деревья. Да. Чего это строили? Камень какой-то, да? Гранит? Нет? Это вулканический камень вот этот, из которого все здесь построено. Вот он, тот камень, который в Арамболе у нас. Mm-hmm. На пляже похожий. Как же его строили? Раньше же техники не было. Все было. Грузоподъемник. Что-то было. Ведь так это форт, да? Тут надо это, фильм снимать. Давай, Дана, давай снимем фильм. Камеры есть. Актеров, актерами будете вы. Запрошенные в какой-то мир. Да, сделаем сценарий. Помнишь, знаешь, все сериалы с Lost? Lost? Нет. Нет, не знаешь, такой культовый сериал. Как люди попали на остров, там не могли с него выбраться, потом мистические события всякие происходили. Да, вообще фильмы не смотрят. Вот бойницы. Бойница, а здесь ящерица сидит. Вон она, ящерка. А давай туда подымемся еще. Вот мы можем посмотреть оттуда вниз, туда на море, видимо. Смотри, баньян. Сфоткайся под баньяном, да. Ох, какой баньян. Врастают прямо в щели, находят в щели. И такие вот крепкие, да? Да, находят промежутки между камнями. И они разрушат постепенно, просто разрушат эти стены. Рэйди Форд. А, вот, видно море. Видно, да? Видно, иди сюда. Надеюсь, он прочный. Ну, тебя выдержать не прижу. О!
Здесь обрыв такой. Обрыв конкретный такой. Пляж. Вон и пляж, да. На котором мы хотели. А, вот речка, вот это. Вот это речка. А вон и мужик на лодке. Нарисовал. Это ж такое древнее какое-то строение ему. 400 лет, наверное. О, ничего себе! Обалденно! Смотри, какие арки! Это приснится? Ага. Вот здесь. Что-то ж происходило, да, раньше? А вдруг приснятся картины того, что здесь происходило? Да, это... Интересно. Ну, небольшой домик такой. Тут видно было еще два этажа, видишь, да, вот? Да. Вот эти отверстия, это здесь пол был, потолок и пол для следующего этажа. И вон там еще третий этаж был. А что это было? Неизвестно. Никто не знает. А здесь еще, вот он основной, видимо, вот это здание, видимо, основное здание. Смотри здесь. Какой двор. Такой большой двор. Представляешь, здесь маршировали солдаты вот здесь на плацу. Такие, с мушкетами, со старыми. Ой, здесь тоже такое дерево. Тут скоро все превратится просто в дерево. В одно большое дерево. Мама потеряла. Иду! Да, на, домой. Иду! Инопланетные деревья захватили пол Индии. На этом наша поездка на Paradise Beach и в Ready Fort закончилась. Мы возвращаемся в Арамболь. Напомню, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момента выхода нового видео. А также, если эти фильмы вам нравятся, пожалуйста, поделитесь ими в ваших социальных сетях. Это поможет развитию канала нашей связи с высшим разумом. Это была шутка. До свидания, друзья. Всех благ.